бірінші тапқыр әлімәтті Абдрахман ауылында бірінші тапқыр сіздің үшін біздің жеріміз. Біз ояндық. Назифа Каримова сөзлеріне жазылған. Мой ансамбль «Медина» существует с 2006 года, и мы объездили уже весь мир. С нашим, наш,
наше правительство называет нас, и Иосиф Давыдович Кобзон называет нас мусульманским хором. Потому что на всех праздниках в Москве и в России, на православных, иудейских, мы представляем религию ислам нашими песнопениями. Мы начали одной дерны, без нашей тларны, и уже под новым направлением мы назвали духовные песнопения. Где бы мы ни были, в арабских странах, и в Африке, в Тунисе, Марокко, Иордания, Иран, Саудовская Аравия, Турция, все послы наши российские в этих странах нас благодарили за то, что мы действительно сразу находим общий язык с местным народом, потому что когда приезжают российские коллективы, то ли ансамбль Пятницкого, то ли ансамбль Моисеева, они не понимают, что за культура российская. А когда мы приезжаем, татарские женщины с нашими менеджатами, сразу устанавливается контакт. И вся пресса приходит, аншлаги наших концертов. И нам очень приятно, что мы вот единственный мусульманский женский коллектив, который представляет российских мусульман. Но там к нам относятся очень трепетно и наши российские, а арабы спрашивают, как вас не убивают в России? За то, что вы поете такие песни, за то, что вы одеваете такие костюмы. Мы говорим, мы совершенно свободно живем в нашей стране, потому что вот мы... Это в Татарстане все так легко и просто. И православие, и ислам рядом. В Москве не так все просто. Поэтому действительно иногда бывают какие-то опасные моменты. Но мы, в общем-то, очень рады, что и вот я получила и звание заслуженной артистки России за исполнение татарских песен, за исполнение наших исламских песнопений. И вот в этой связи хочется сказать, что когда мы бываем в этих странах, нам благодарности пишут не муфтию нашему Равилю Хазряту, который нас отправляет на эти гастроли, а татарстанскому правительству. Потому что они считают, что в Москве татар-мусульман быть не может. Но вот мы из Москвы, мы у вас здесь. И хотим немножечко исполнить кусочек нашей вот этой вот мусульманской программы. Салават. Салятуллах, 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 Расулиллях, салятуллах, салямуллах, аля ясин, хабибиллях, салятуллах, салямуллах, аля ясин, хабибиллях, Мадышказа, Майский Дайяши, Аникса Загарния Забган, Изигет Рамазан.